До нашої студії сьогодні завітав реабілітолог, якого звати Віктор Скрипник. Сьогодні зима на дворі, ожеледиться, сніг. Буває, але не сьогодні. Не сьогодні, звісно, але взагалі це про зиму. Але все ж таки слизько, дуже слизько. Обережно, дуже слизько. Як же вберегти себе? Які поради у вас будуть до людей? Як же вберегти себе від травм? Перед Новим роком, перед святами. Перед цвітами? Перед цвітами, так. Перехрестився і пішов. Це, мабуть, найвірніший варіант. По утрам проснутися, включити фонарик і вийти на вулицю, тому що там реально навіть не так скользко, як мрячне і болото. Да, тут швидше можна заболіти звичайними заболіваннями, да, ОРВІ, ніж поскользнутися і впасти. А если даже будет скользко, то да, тут надо, как реабилитолог, я бы порекомендовал тренировать ноги. Устойчивость и статику. Статические упражнения на ноги – это на равновесие и на вестибулярный аппарат. Ну, это мои рекомендации. Ну, а, наприклад, які це можуть бути вправи, скільки їм треба приділяти часу, чи це кожен день треба робити, чи що це може бути? Ну, лучше всего пойти на каток и кататься на коньках. Это будет самый верный способ развития вестибулярного аппарата. Вот и все. Так, до речі, ми нагадаємо, що саме 22 грудня у центрі Дніпра відкрилася ще безкоштовна ковзанка, куди можна прийти та тренувати свій вестибулярний апарат та усі ці вправи робити. Та ніжки тренувати, для того, щоб не травмуватися перед Новим роком. Круто, я навіть не знав. Ось так, будете знати, будете ходити. А як давно ви працюєте реабілітологом, Віктор? Роботу іменно реабілітологом уже 6,5 лет. З літа 2012 года. І до этого ще 5 лет учился на реабілітолога. Как раз фізична реабілітація, закончив інститут фізкультури, магістратура. Магістр з фізичної реабілітації. Так у мене звучить в дипломі моя спеціалізація. Чому обрали саме таку спеціалізацію? Чим вона вас приваблює? Ви досі залишаєтеся вже майже 7 років, ви в ній, в цій професії. Чим вона вас приваблює? Що ви для себе знаходите такого особливого, що залишаєтесь у цій професії? Ви знаєте, з 10 класу я так зайнявся фізкультурою, дуже крепко. У мене там були свої цілі, я хотів там побеждать в своих турнирах. И как-то хотел связать свою жизнь с медициной и спортом. Ну, больше с физкультурой и медициной. И как раз мне мама подсказала, говорит, есть такая специализация в реабилитолог. Мне так загорелось, так захотелось. Хотя до этого я даже не понимал, что это такое. Пошел, начал учиться. А как раз мои любимые предметы – это анатомия, ну, в школе биология. Анатомия, физиология, биохимия, морфология, биомеханика – это вообще мои самые, то, что я очень люблю, я это все изучал. И как раз оно мне очень и помогло в моей жизни, в моей практике, в реабилитации. И вот уже 6,5 лет работаю, вы знаете, я прям… Ну, люблю свою работу. Получаешь удовольствие, когда ты получаешь удовольствие и любишь это, что ты делаешь, результат не заставляет себя ждать. Вот последние, наверное, полгода я прям горю этим. У меня там свои цели по реабилитации, там масштабные цели. И когда я работаю с клиентом, я замечаю, когда у меня внимание 100% на клиенте, когда я там, например, массажирую его, я прям чувствую, как, ну, отдаю ему свою энергию, и в результате потом, когда мы там через день-два созваниваемся, списываемся, мне же интересно, какие же результаты у человека, он говорит там, у меня все прошло, у меня боль прошла, у меня там головные боли прошли. А я удивляюсь, потому что лет 5 назад, чтобы этого достичь, мне надо было, ну, не знаю, неделю-две заниматься с человеком, а тут за день, два, три такие результаты. Ну, это круто, реально. Мне нравится своя работа. Віктор, а з якими травмами найчастіше приходять ось до вас? Ну, в основному це болі в спині, головні болі. Тобто, в основному звертаються з болевим синдромом. Але часто навіть такі структурні змінення, як остеохондрози, коксартрози, гонартрози – це артрози окремих суставів. Коксартроз – це тазобедренних суставів, гонартроз – колінних суставів. Тоже очень часто обращаются, но это уже более длительная такая работа, потому что тут надо изменять
структуру сустава, то есть восстанавливать. Ну, как правило, если идет артроз, это уже дегенеративные изменения, они уже не, ну, их не изменить. То их можно приостановить, либо остановить, чтобы дальше не развивалось. Убрать боль, увеличить амплитуду, но сам сустав уже восстановить практически невозможно. У нас в медицине есть такое понятие эндопротезирования, когда меняют сустав. Но это уже на последних стадиях разрушения сустава, тогда уже меняют сустав, тогда уже и боли нету, и сустав двигается, все нормально. Но перед и после эндопротезирования обязательно нужна реабилитация. Это, ну, это прямо аж красной строкой написано, надо обязательно, потому что сколько людей, которые без реабилитации, они потом страдают, идет выпадение сустава, то есть подвывихи различные. Ну, короче, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Зробити все одразу правильно. Да, да. От ви сказали про головні болі. Чи правда це, що головні болі можуть бути спричинені проблемами зі спиною? Як це пов'язано і як цьому зарадити? Да, да. Очень часто, наверное, процентов 80 по статистике, 80% головных болей связаны с мышцами, проблемами в мышцах шеи, спины. Есть такое понятие, как триггерные зоны в мышцах. Это такие участки мышцы, мышца большая, а ее маленький участок зажался, зажат и долго держит, не расслабляется. Это и является триггерной зоной. Как правило, когда на нее нажимаешь, это отдает болью. И еще бывает иррадиация, когда нажал на точку, она отдает, например, давишь вот в колени, а она отдает в пах, либо ниже. То же самое бывает на шее. Надавил на шею, а появляется головная боль. Вот такие зоны чаще всего и дают болевые синдромы. Везде, в различных местах. Ну, проще всего их просто надо разомнять. Разомнять, и чтобы эта мышца, да, массаж, просто чтобы это расслабилась мышца, и все, это все уходит. Бывают фасциальные укорочения. Это фасция — это такая оболочка вокруг мышцы, как пленочка окутывает мышцу, как футляр для мышцы. И часто она зажимается, и, соответственно, зажимается мышца, потому что ей некуда двигаться. Поэтому эту фасцию разомнять, растянуть, и тоже отпускает мышцу. А почему головные боли? Потому что все сосуды, нервы находятся в мышцах. Питание идет головного мозга через мышцы, то есть через сосуды, которые находятся в мышцах. Соответственно, если мышцы будут эластичные, мягкие, расслабленные, соответственно, кровообращение будет свободное, и поэтому не будет никаких головных болей. И заметил тоже вот последние, наверное, полгода, год, активно массирую шею, расслабляю, растягиваю, там тракции всякие выполняю, чтобы растянуть, расслабить мышцы, и людям на третий, на четвертый, на пятый день становится легче, которые там годами ходили с хроническими головными болями, им уже легче. То есть, ну, тоже для меня такое открытие, хотя я сколько, 6,5 лет реабилитации, ну, каждый день что-то для себя открываешь новое, познаешь эту сферу своей деятельности по-новому. Які, от ви казали про зажими, які спричиняють ці головні болі, а що спричиняє, що може спричинити чи ці зажими у м'язах? Чи це якісь нервові там стреси, переживання, чи це, можливо, якісь там хвороби, чи що це може бути? Ви вірно тільки що замітили, правильно сказали, що в основном это психосоматика, это наши переживания, это неврозы, депрессии, какие-то обиды. Это все сказывается на теле в виде зажимов. В мышцах это зажимы мышц, в внутренних органах это может быть зажаты сфинктеры, пережаты те же самые сфинктеры желчного пузыря, потом желчь хуже выделяется. И, ну, короче, по всему телу это можно разобрать. Если брать в глобальном смысле, то да, все болезни от нервов, от психосоматики. То есть что-то подумал, накрутил себе, ходишь с этой мыслью, тело реагирует следующим образом. Выделяются гормоны под эту мысль, и эти гормоны уже меняют нервная система. Гормоны — это наши регулирующие системы, которые контролируют все тело. И под этим воздействием все меняется. У меня даже был такой случай, такой яркий, расскажу.
работал когда-то в одном центре. Первая моя работа, 4 года там проработал, очень много опыта. И женщина пришла и говорит, у меня коксартроз 3-й степени. Коксартроз – это разрушение тазобедренного сустава. 3-я степень – это уже предпоследняя, уже там, ну, очень серьезные изменения. И я спрашиваю, а как у вас так случилось, что у вас так получилось? Она говорит, ну, в сроках за полгода это образовалось. Хотя это, ну, нереально очень быстро. Там, ну, у людей 20-30 лет это образовывается до 3-й степени, а тут за полгода. А что случилось? У нее случилось горе в семье, и она на фоне этого очень сильно переживала, нервничала, там, похудела. И вот так вот тело изменилось, что развилось такое заболевание очень серьезное. Так же самое можно взять и онкологию, и все остальное. Тоже это все от того, что человек очень много берет на себя плохих, деструктивных эмоций. А если брать уже такое с точки зрения реабилитации, это могут быть и ушибы, это могут быть перегрузы во время тренировок, либо наоборот, человек не тренируется и мышцы реагируют. Неправильное питание, недосыпание, то есть невосстановление. Ну, факторов очень много можно перечислять. Ну, вот основное, я вам сказал, это нервные срывы, психосоматика. Тож звертайте обов'язково увагу на свої думки, тому що вони насправді впливають на весь наш стан, на наше здоров'я. Вікторе, часто ми ось після робочого дня, сьогодні в нас вихідний, а часто ми сидимо в одній позиції, в скрюченій такій, і після шостої у нас вже болить шия, болить верхня частина спини, болить шия. З чим це пов'язане, як цьому можна зарадити, які там поради нам дасте? Смотрите, ну, болит шея, вы только что сами ответили, из-за того, что вы просто сидите. Мышцы в статике, мышцы не работают в динамике, то есть нету сократительной функции мышцы. Соответственно, можно просто либо поразминать самые обычные упражнения. Есть самое интересное такое, что я нашел для себя, открыл, это гимнастика Шишонина. Она есть в Ютубе, в свободной форме, там 12 упражнений, растягивающие и упражнения именно на глубокие мышцы шеи. Как раз те мышцы, в которых находятся сосуды, которые питают головной мозг. Очень классная гимнастика. Рекомендую вам посмотреть. И вам, зрители, тоже рекомендую. Это реально классная гимнастика. А самое-самое обычное, то, что вы можете сделать, просто даже круговые движения, та же самая физкультура, которую мы в школе делали, она, это наше золото. Просто разминайте суставы. Тут не надо ничего такого сверхъестественного выдумывать. Просто движение. Не зря же говорят, что движение – это жизнь. Просто двигайтесь. Движение запускает кровообращение, потому что каждая мышца в нашем теле – это наш насос. Кроме сердца, у нас еще есть больше 500 насосов в теле. Поэтому используйте их, двигайтесь и все. Да, чтобы шея не затекала, там не было головных болей, предотвращали даже то же самое застойное явление в шее. Просто круговые движения, разминать ее в разные стороны, вращать, чтобы двигалось. Любой сустав должен двигаться в максимальной амплитуде. Это такой закон есть. Максимальная амплитуда движения в суставе позволяет вам себя чувствовать хорошо. Соответственно, все мышцы работают, все связки. А скільки разів на день потрібно виконувати ці вправи і цю гімнастику для того, щоб все було в нас добре? Ну, це такий вопрос інтересний. Для кожного, кожному по-разному. Ну, який у нас мінімум і який максимум? Хоча б раз в день, так. Якщо ви будете раз в день, тому що для молодих вони можуть і раз в 3 дні виконувати спокійно всі. Раз зробили і 3 дні забули, тому що вони все время в рухі. А для уже более взрослых, тут все зависит от человека, как он ведет свой образ жизни. Если он все время сидит, понятно, что хотя бы раз-два раза в день надо ему встать со стула и выполнить упражнение. А для тех, кто подвижные, можно ничего и не делать. Они и так двигаются, они и так все выполняют. Я в детстве, например, мне не надо было говорить, иди сделай упражнение. Я целыми днями бегал, где-то лазил по деревьям, то на ставок, то еще куда-то. Ну, постоянно в движении, с утра до вечера. Поэтому для меня физкультура – это была вот улица. Пошел, гуляешь с ребятами, сколько игр выдумывали. Да, сейчас вот эта проблема с гаджетами для детей.
Да, раніше було це все попроще. У нашій студії сьогодні був реабілітолог Віктор Скрипник, і сьогодні ми з ним говорили про що? Про те, як варто себе поводити у житті, аби бути максимально здоровим та піклуватися про свій організм. Як піклуватися про те, про свої плечики, про свою спинку, про свою голову, так, про те, щоб бути здоровим та... І почувати себе, головне, здоровим. І на усі 100%, знаєте, втілювати свої мрії, йти до своїх цілей. В першу чергу потрібне здоров'я, а здоров'я залежить вже від нас.